Многочисленные мастер-классы, спортивные состязания, настольные и интеллектуальные игры, фотозоны. Для любителей поэзии и живой музыки будет работать площадка «Свободный микрофон», где все желающие смогут исполнить стихотворение, а также произведения классической литературы. Ожидается выступление анапской группы «Молодость». В это же время состоится торжественная церемония награждения благодарностями активистов ученического, студенческого и молодежного советов, волонтеров, которые весь прошедший год принимали активное участие в жизни города Анапа. Управление по делам молодежи приглашает всех присоединиться к празднику в воскресенье в 10 часов утра.